На Донеччині загинув 12-річний хлопчик. В його руках вибухнула граната. У Вугледарську двоє школярів, повертаючись додому з навчання, знайшли гранату на дорозі. Один з них вирішив, що це запальничка, і потягнув за чеку. Граната вибухнула просто в його руках. Інший хлопець не постраждав. Он начал раскручивать ее, посмотрел, что внутри, закрутил. И он подумал, что это зажигалка, ну, он говорил. И видел, что он хотел выдирать чеку. Я отвернулся и пошел быстрым шагом. Он дернул чеку, взорвался. Он кричал, я убежал домой. Испугался. В настоящий момент проводится мероприятие. Личный состав Вугледарского отделения полиции прилагает все усилия для розыска лиц, которые могли эту гранату выбросить или подложить ее.